Всем-всем доброе утро! Как же мы соскучились по вам и по нашим эфирам. В студии работают Влад Якимов и Таисия Горбунова. Поздравляем с новым учебным годом. Ученикам и учителям тоже желаем узнать много нового и интересного. А сейчас начнем с рассказа о торжественной линейке, прошедшей 1 сентября. Как приятно вновь вернуться в школьные стены и начать новый учебный год. Для нас, 11-классников, он станет последним, но это не делает его менее интересным. Ведь в гимназии для всех талантов есть место. Здесь каждый сможет научиться чему-то нового, найти настоящих друзей и узнать все, что ему нужно для дальнейшей жизни. Эта линейка, посвященная Дню знаний, 31-я для политехнической гимназии. С волнением и радостью ребята встретились со своими одноклассниками и любимыми педагогами. Первоклашки ожидают своих первых в жизни классных часов. Этот день особенный и для первоклассников, и для нас, 11-классников. Одни только начинают свой школьный путь в удивительную страну знаний, а другие этот путь заканчивают. Не успеем оглянуться, как уже новая дорога развернется перед нами. А сейчас праздник. Улыбки, родные лица открыли торжественную линейку танцоры «Созвездия» и вокалисты студии «Композитор Апрель». По традиции вышла знаменная группа. Ребята с гордостью несли флаги Российской Федерации, Нижнего Тагила и Политехнической гимназии. Прозвучал гимн в исполнении Виктории Стариковой. Слова с позитивным настроем на новый учебный год сказала директор гимназии Елена Ивановна Дьячкова и гости нашего праздника. Как всегда, День знаний является для гимназии одним из самых значимых праздников. В этот день мы подводим свои достижения за истекший учебный год и устремляемся в будущее. Вот те результаты, которые дает гимназия, и за честь, наверное, родители считает поступить, чтобы ребенок учился в этой школе. Получайте удовольствие в последний год, потому что у вас самая лучшая школа. Самые лучшие педагоги, низкий вам поклон. Стоит отметить, что по оценке рейтингового агентства РАЕКС, политехническая гимназия вошла в топ-300 лучших школ России, а также в топ-200 школ страны по конкурентоспособности выпускников. Любимая школа попала и в десятку лучших образовательных учреждений Свердловской области. Это все благодаря нашим преподавателям и тем, кто учится только на 4 и 5. Лучший результат 11-классников 2023 года – 287 баллов за 3 экзамена ЕГЭ. На бюджет вуза поступили около 70% наших выпускников. А на торжественной линейке наградили Екатерину Чеглакову за высокий результат в конкурсе «Большая перемена» и Никиту Пищикова, победителя регионального этапа Олимпиады по ОБЖ. Приятно начинать год с наград, а я решила исполнить на линейке песню, посвященную всем выпускникам. Ее я сочинила сама. На празднике первоклассникам передали летописи, чтобы ребята заносили в них самые счастливые и яркие события школьной жизни. Право дать первый в этом году школьный звонок предоставили ученикам Никите Пищикову, Марку Тамбову, Марии Григорьевой и Анастасии Бутаковой. Опять за окнами сентябрь, и школа, как большой корабль, готова в плавание отправиться. Вновь год учебный начинается. Ну что ж, положено начало, и вновь по плану от причала уходим в плавание на целый год. Пусть он открытия яркие несет. Все зарядились на отличную учебу и разные активности? Запасаемся любопытством и вперед! А сейчас, по традиции, давайте вспомним, как закончился учебный год в мае и как прошел последний звонок для выпускников 2023 года. 22 мая они пришли нарядные и веселые. Однако их ждал оригинальный сюрприз – эвакуация школьников и педагогов.
По легенде учения, в 72-м кабинете произошел пожар. Под руководством учителей ребята встали парами и без какой-либо паники вышли на улицу. На месте сбора, на футбольном поле, педагоги отчитались директору гимназии о проведении эвакуации. После тренировки все также организованно вернулись за парты. Представитель городского центра защиты населения, которая присутствовала на учении, отметила, что все вели себя спокойно, действовали слаженно, отчего оставили хорошее впечатление. Последний звонок 2023 оставил много приятных и радостных воспоминаний, ну и немного грустных, и все же вдохновляющих. Как мы узнали, наши выпускники стали студентами вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в разных областях медицины, международных отношений, дизайна, экологии, химии, информатики. Мы желаем всем выросшим гимназистам удачной учебы. А сейчас смотрим сюжет с последнего звонка. Расскажет Софья Крючкова. Еще недавно эти взрослые девушки и юноши были детьми, которые пошли в первый класс. И вот, в день последнего звонка они заканчивают свой школьный путь. Сегодня в гимназии один из самых важных дней. День, когда наши выпускники, их 89, уже одной ногой стоят на пороге выпуска. Осмейте желать большего. Большего, чем можете, большего, чем планируете. Только тогда добьете жизни всего, чего заслуживаете. Четыре параллели выпускников стоят на сцене. У всех брендированные зеленые ленты. Впервые их надели гимназисты политехнической гимназии. В зале родители и учителя. Трогательный момент для всех. Вот и настал нам момент попрощаться. Час самый добрый, напутственный слов. Время сказать нам пора расставаться. Верим мы с вами, увидимся вновь. Миг этот грустью в душе отзовется. Добрую память на сердце храня. Чувство, что в ваших сердцах остается. Мы вам подали звезды, не дая. Чувство, что в ваших сердцах остается. Мы вам подали звезды, не дая. Много приятных слов, пожеланий и напутствий прозвучало. Поздравил ребят и первый заместитель главы города Вячеслав Алексеевич Горячкин. За эти годы школа для вас стала родным домом. Педагоги стали близкими людьми. Поверьте, вы будете их с огромным удовольствием вспоминать, как мои дети, посещать школу, даже находясь далеко уже, и обучаясь в других образовательных учреждениях. Поздравили своих выросших коллег и младшие школьники детских объединений гимназии, в которых ребята развивали свои таланты. Закончился праздник трелью звонка и хором самих 11-классников. После торжественной части выпускники устроили традиционный флешмоб – танец на прощание со школой. На асфальте перед гимназией остался сиреневый значок, такой же напечатан и на футболках выпускников. Творческий символ четырех параллелей с говорящим напутствием на английском – «step», что означает «шаг вперед». И пусть для каждого он станет первым на пути к новой счастливой жизни. Торжественная линейка в конце учебного года прошла и для выпускников четвертых классов. Давайте вспомним, как это было вместе с Елизаветой Мамонтовой. Сам в красивом наряде и гостей просто страх. Знаем мы, что сегодня нам не нужен урок. Мы собрались на праздник в начальной школе выпускной. В ожидании праздника в зале собрались без пяти минут пятиклассники и их родители. Открыли торжественный прием выпускники 4 Г вальсом.
творческие номера подготовили все классы, подбирали наряды и придумывали образы. Уважаемые родители, ваши дети выросли, они стали совсем-совсем взрослыми. Пройдет каких-то 3 месяца, и их ждут новые испытания на уровне основного общего образования. Для каждого начальная школа, эти 4 замечательных года были непростым жизненным уроком. Ваши дети, уважаемые родители, учились каждый день. Не просто получали знания, они приобретали замечательный и очень нужный жизненный опыт. Заместитель директора по учебной работе Оксана Николаевна Жирлицына поздравила с окончанием начальной школы всех выпускников. Ребятам вручены похвальные листы и грамоты, в том числе за высокие результаты во внеурочной деятельности. Теперь прославлять любимую гимназию в олимпиадах и конкурсах ребята будут на другом уровне. Пожелаем им удачи! Не остались без внимания и гимназисты, которые в течение всего учебного года участвовали в различных соревнованиях и конкурсах. На приеме директора звучали их имена. И многие несколько раз. Елизавета Мамонтова продолжит. Вот они, гордость гимназии. Математики, физики, писатели, актеры, рукодельницы, танцоры, вокалисты. Сколько побед они завоевали за учебный год. Наконец-то подошел к концу любимый нами юбилейный учебный год. Я думаю, что каждый из вас сумел в этом году добиться многих результатов запланированных и незапланированных тоже. И надеюсь, что все, что вы сделали, принесет не только шикарный вклад в нашу общую гимназическую копилку и укрепит и поддержит имидж нашего образовательного учреждения, но и постепенно сложит ту мозаику, которая позволит каждому из вас добиться самых эффективных результатов в своей будущей жизни. На традиционном летнем директорском приеме чествуют ребят. Золотые головы, золотые руки и золотые ноги. Коллектив «Созвездие» порадовал зрителей своим выступлением. В копилке ребят очень много высоких наград. На сцене дипломанты, лауреаты, победители, обладатели гран-при. Диана Давыдова, например, победитель сразу нескольких предметных олимпиад и разноформатных конкурсов, как городских, так и всероссийских. Благодарность и низкий поклон всем педагогам за подготовку детей, за поиск и взращивание их талантов. Закончился праздник выступлением и, конечно, награждением вокальной звездочки гимназии Виктории Стариковой. В конце учебного года гимназию посетил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Что увидел и с кем пообщался, расскажет Анастасия Малиновская.
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Рудольфович Мороков в сопровождении начальника управления образования города Татьяны Аркадьевны Удинцевой и директора политехнической гимназии Елены Ивановны Дьячковой, также, как и все посетители, прежде чем зайти в учебное заведение, сначала прошел пункт охраны. Здесь же, в холле, гостю показали недавно торжественно открытую мемориальную табличку первому руководителю школьного музея. Игорь Рудольфович высоко оценил инициативу. Далее гостя пригласили в сам музей, где ребята показали ему эмблему гимназии – кристалл, и рассказали о том, что означают его 13 граней. Затем Игорю Рудольфовичу продемонстрировали, как в первых классах проходит алгоритмика и программирование. Юные гимназисты показали свои знания в этих областях, чем, конечно, приятно удивили гостей. Вела занятия Яна Александровна Костюченко. Заключительным пунктом экскурсии стал кванториум. Там учащиеся постарше лично пообщались с омбудсменом и рассказали подробнее о нашей школе и дополнительном образовании в ней. В ответ Игорь Рудольфович рассказал о своей работе и дал ученикам много полезных советов. А в завершении подарил гимназии две свои любимые книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и Тимур и его команда Аркадия Гайдара. Теперь они бережно хранятся в нашем Центре детских инициатив. Основная цель визита уполномоченного, как он сам нам сказал, проверить безопасность нашей школы и убедиться в том, что гимназисты находятся в хороших условиях. Ну и, конечно, посмотреть и узнать, что интересного есть в гимназии. Вот и подошел к концу первый телеурок этого года. Желаем дружного настроения на весь год. Но пока!